Всем привет! Приехали мы на водопады. Правда, еще не доехали. Пешком идем. И, блин, что машину там бросили. Потому что дорога вообще огонь. Вот такая вот дорога. Идти нам 2,5 километра. До водопада. И потом еще там на обратном пути тоже водопадик заедем. Так что первый раз здесь. Думаю, будет интересно посмотреть. Вокруг тайга вообще. Лес, хрен его знает как. Елки, сосны тут, блин. Ели, кедрач. Ну, тут вообще четко, спокойно. Это где-то километров, наверное, 30, блин. Ну, по грунтовке, по вот такой дороге. С трассы поворачиваешь и попер. Потому что там нормальная дорога. А здесь вот доезжаешь, кидаешь машину и все, пешком попер. Не знаю, давно собирался съездить. Смотрим. Это вроде идти недалеко. Но мои там все, блин, оделись, туристы. В туфельках, блин, в кедах. Короче, вообще отстали, сзади где-то идут. А я хорошо в сапоги одел. Снег лежит, ехали. Снег, лед. Нас... В Артеме еще снега даже не было, еще не видел. Короче, проехали мы от дома с Артема вот до этой точки. Получается 70-75 километров. Короче, так, проехали. Первый водопад проехали. Думаю, на обратном пути, короче, будем ехать и туда заглянем. Там машин столько, короче, стоит вообще валом. Ну все, сдвигаемся. До водопада. Там уже включусь и посмотрим. Я забыл даже название. Горбатый, по-моему, что ли. Там внизу неожиданный. О, блин, я не знаю. Не помню, как называется, читал. Че, ладно. Сейчас приду на место. Включусь. Интересно вообще посмотреть. На ютубе смотрел. Вообще красиво. Мы поедем, съездим. Можно было на рыбалку поехать. Не знаю, на рыбалку. Завтра снег обещают. Получится, не получится выехать. Резину еще не поменял. Еще на летней катаюсь до сих пор. Масло еще менять надо. Ладно, посмотрим. Если что, завтра тавричанку поедем. Он навашку ловит на синих гаражах. Посмотрим. Ладно, сейчас где-нибудь там встану. На какой-нибудь поляночке. Дождусь своих. Вот, лед. Вот он, лед лежит. Вот он. Вот. Лед. И снег там потихо лежал. Ехали. Вот такая вот дорога. Тут не проедешь. Тут только, блядь, на Урале, наверное. На 66-м, блядь. И то. Хрен его. Вот колея. Не знаю, мне, наверное, по колено. Не знаю. Елки, пожалуйста. Рубили, блин. Черти, блядь. Уже к Новому году, походу, готовятся. Красиво здесь, вообще четко. Блин, тишина. Сюда бы летом бы приехать бы. Вообще было нормально.
ночевочка. Так, ну, чтобы речка еще рядом была. Тогда будет вообще нормально. Ладно, все. Пойду я. Сейчас вот здесь встану, подожду своих. Блин, как они будут здесь пробираться? Я не знаю, в сапогах-то идешь. Оделись. Такой вот лес. Красиво. И вот такая вот дорога. Ха. Ладно, на водопадах включусь. Вон мои идут там. Прошли уже больше половины. Вот, говорил, снег, лед. Здесь уже все уже. Снег потихо выпал и растаял. Так, осталось чуть-чуть. Моих еще не видно. Что-то ждал, ждал. Минут 5-10 подстоял. Что-то пошел, ладно. Там уже подожду, приду на место. Осталось чуть-чуть. Минут 15-20 идти. Как бы если вот так по карте смотреть. Осталось совсем ничего. Сейчас пока шел, навстречу три человека тоже шли с водопадов уже обратно. Ничего не стал спрашивать. Карта есть. Дорога тут вот она одна. Не заблудишься. Ладно, все, идем дальше. Вот такую речку перехожу. Уже перешел. Труба здесь лежит, блин. Речка. Вода какая-то темная, черная, такая бурая. Что-то так пострел. Рыбы не видно здесь. Не знаю, что за речка. А потом приеду домой. Здесь интернет не ловит. Связи нету никакой. Посмотрю, что за речка, как называется. Я хотел же еще с собой удочку взять. Маленькую. Так, покидать тут. По-любому тут какая-то рыбка есть. Те же гальяны, они, бля, везде вообще. В любой речке водятся. Так, ну вот я поднялся с речки. Получается, тут развилка влево-вправо. Посмотрел по карте, мне направо. Осталось там вообще совсем чуть-чуть. Вокруг елки, березы. Короче, лес вообще красиво. Запах. Елочка такой. Чуть-чуть. Свежий воздух. Правда, ветрище. Ветер такой холодненький. У нас там в Артеме потеплее, блин. Ладно, идем дальше. Короче, речку эту опять обратно перешел сюда. Стоит елка завалена. Гнилая. Решил своих подождать. Еще. Короче, минут 15 уже стою. Вон они появились только. Туристы. В туфлях, блин. Пошли. Да, тут надо болотники вообще, блин. Короче, разжег костерчик. Знаю, тут разжигать нельзя костры. Ну, блядь, прохладненько. Стоишь вот так, подмерзаешь. Как бы еще оделся тоже так. Кофточка, курточка. Сапоги резиновые, блядь. С одним тонким носком. Холодно. Ветер что-то затягивает. Короче, наверное, снег будет. Может быть, даже сегодня лупанет. Дай палево. Завтра на рыбалку хочу съездить. Если снег лупанет, я никуда не поеду. О, ветрище какое. Ладно, все, они идут уже. Собаку еще с собой взяли.
Вот такая вот тут тропа. Ноги сломаешь. Собака вперед всех. Сейчас вниз туда. Вот. Держу прямо. Вот та самая низ спускаемся. Вот он водопад. То есть вот он. Вверх. А нам туда вниз. Ну-ка сейчас здесь посмотрим. Ну тут высота нормальная, Аня. Видала высота какая? Ого себе. Да. Вообще красота. Ого себе. Высота тут нормальная, да? Хотелось бы, конечно, посмотреть. Ну, сейчас мы это вниз спустимся туда. Там посмотрим уже отсюда. Ну, распадок такой. И туда спускается водичка. Ладно, пойдем вниз. Вот, ребятки, пришли мы на водопад. Ну, он высокий. Не знаю, сколько тут метров. Метров 15, наверное, есть. Вот оттуда спускаемся. По камням, блин, по этим. Аня, иди сюда. Аня тоже там что-то снимает. Вообще красиво. Четко. Вот вниз туда еще. Ниже, ниже, ниже пошло. Я сейчас подниматься здесь, блин. Подниматься тут вообще палево. Спускался минут 10, блин. Ладно, сейчас посидим, чаю попьем и пойдем, наверное, обратно. Это водопад Горбатый. Пойдем на неожиданный. Ну, поедем. Дойдем до машины, там поедем. И там недалеко от дороги. Ладно, сейчас пофотаться надо. Смотрим дальше. Короче, решили мы попить чаю наверху, потому что потом мы не подымемся. Короче, наверх сейчас подымемся. Наверх, да, пойдем? Вот так вот мы наверх ползем. Валуны он. Что-то я подустал уже. Даже на это мышцы болят. Ноги. Столько пройти. Не с привычки. Аня уже наверху. Ху. Ху. А вот еще. Обход сейчас сюда пойдем. Оп. Оп. Вот так вот. Да. Прогулочка. Нормально. Ой. Сейчас посидим, покушаем. Полтора часа идти. Так, ребятки. Время уже 6 часов. Что-то мы выдвинулись поздно. Пока посидели, чай попили. Пока костерчик развели. Где там мои идут? Нет, идут. Еще хотели, блин, на водопад заехать. И, короче, не знаю. Еще до машины не дошли, но уже темнеет. Время 6. Начало 7, что ли, где-то. Короче, даже не знаю. Успеем, не успеем. До светла доехать. Ну, пока как бы что-нибудь видно. Не знаю, короче. Ну, если что, будет видос за один водопад. Поездка на водопад. Если успеем, будет на водопады. Короче, вот так вот.
Ну, не успеем, ладно, в другой раз съездим. Ничего страшного. Я не знал, что здесь дорога такая, идти надо долго. 3 километра топать пешком по вот такой грязи. Вообще, короче, тяжело. Поэтому, короче, так. Ладно, тогда сразу всем пока. Погнали мы тогда домой.